Добрый вечер, дорогие друзья! Мы приветствуем вас на гала-концерте 4-го песенного конкурса фестиваля «Когда цветут сады». Наш конкурс «Фестиваль» берет свое начало с 2016 года. И покорить его приезжают все больше и больше творческих коллективов и солистов. А за всем этим стоят уроженцы села Калимас, которые трепетно и с любовью относятся к земле, на которой родились и выросли, и которые построили пристань для исполнителей песенного нашего конкурса. Поблагодарим аплодисментами Алексея и Виктора Терентьева. Я песней конкретно напомню страну о том, как товарищ пошел на войну. Не северный ветер ударил в прямой, в сухой подорожник, в траву зверобой. Прошел он и плат другой стороной, когда мой товарищ прощался со мной. Но песня звенела и голос огрел, мы старую дружбу ломаем как рель. Спасибо, мамаша, за хлеб и за соль. Еще тебе, мамка, скажу я вернее, хорошее дело взрастить сыновей, которые тучи сидят за столом, которые могут идти на право. И вот скоро сокол твой будет вдали, и кучу горбушку ему посоли.
мне говорят. Одет он слишком просто, мне говорят. Совсем не пора.